создан. Я собираюсь зайти на трон. На трон? Пока стоит двор чудес, должен быть огромный нищий. Место оказалось вокруг, а молниеносно, тело еще не остыло. Я начал действовать чуть заново. Когда вы впервые появились в этом чудесе, это было подло. Ваш враг мертв, так что все честно. Да, она следила, что надо. Заметили, да? Что? Вы довольны? Мёртвый это мужчиной. Вы обрели покой и прочий вздор. Вздор. Это точно. Каждый раз думаю, что я нашел ближе к истине, но вижу лишь еще один слой грязи. Заговоры, интриги, напряжение нарастает, немножечко скотоложества, разбудное освещение, и вот вам завязка чудного романа. Меня устроит сведения. Стоем. И уже стал сиреном. Что ж, удачи вам. Полагаю, это вы уже видели. Откуда он у вас? Принес один из моих верных подданных. Знак почтения, скажем так. Любопытная вещь. И похоже, я знаю, какой мастер его взял. Таким оружием убили месье де Лассер. Полагаю, вы это уже знаете, почему молчали. Понимаете ли, наша жизнь держится на любознательности. Представьте, что человек сразу знает все, что его интересует. Он попросту разучится задавать вопрос. И добьется многого, ведь невежество не тяготит его. В теории. Мастера зовут Франсуа Томас Жермен.
Ловчонка. Возле рынка. Благодарю. Удачи!